Озеро Шарейное, недалеко от Белоногова, Куртамышский район, Курганская область. 29 ноября 2022 год. Озеро, на котором рыбачит ротана. Кононов Владимир Геннадьевич заходит в историю. Ну, вырубайся, нету рыбалки. Как чуял, и приехал. Ну, маленько есть. А нет, вон, смотри-ка, прилично есть. А люди были, да, с утра? Да, таких, как вчера, не было, да? Замерзло, что ли? Подержать? Да. Ладно. Понятно. Отмораживать будем.